Prestigio Grace R5 LTE PSP 5552 Duo. Такой вот мутант с железной крышкой, с непонятной. Чтобы сделать на нем сброс настроек, нужно зажать одну из комбинаций клавиш. Это может быть плюсы питания, может быть минусы питания. Иногда используется комбинация, когда питание зажимаешь на секунду-две, следом плюс. Питание зажимаешь на секунду-две, следом минус. Значит, попробуем одновременно плюс и питание. Две клавиши держим, экран загорится, питание бросим, а плюс продолжим держать. Увидим вот такое меню из трех иконок. Кнопка громкости вверх перемещаться, навели на рекавери и нажали вниз. Давай. Ждем, пока включится само рекавери. Дальше может загореться зеленый робот, может дальше не пускать. Это система от случайного зажатия клавиш. Зажимаете на нем питание и коротко нажимаем вверх. Питание зажимаем и коротко нажимаем вверх. Первое, на что обращаем внимание, на Android. Android у нас 7.0. На Android 5.1 и выше перед любыми сбросовыми прошивками необходимо выходить из учетной записи Google. Меню настройки аккаунта, выбрать гугловскую учетную запись, в правом верхнем углу кнопка с тремя точками, удалить аккаунт. Если это не сделать, после сброса либо прошивки он будет просить старую учетную запись и пароль от нее. На канале есть плейлист в РП Google, возможно, там найдется решение, но лучше как бы с этим не связывать, потому что это не шутки. Значит, когда мы вышли из аккаунта, можно сделать сброс, попадаем в саму рекавери путем, который я показал чуть раньше. В самом рекавери опускаемся вниз до строчки Wipe Data Factory Reset и нажимаете «Питание». Опускаетесь вниз до строчки, где написано «Yes, delete all user data» и нажимаете «Питание». Он у вас начнет делать сброс. Внизу побегут строчки. Последняя строчка будет «Data Wipe Complete». Это будет означать успешное окончание сброса. После того, как он все это переделает, он перекинет вас в предыдущий меню, с которого вы начали. В нем выбираете либо Reboot System Now, либо Power Off. Reboot его перезагружает, Power Off выключает. После следующего включения он дольше обычно будет включаться, там 10-15 минут, и включится чистый. Помним, выйти из аккаунта, зарядить, потому что разряженный он этого делать не будет, он будет выскакивать, не пускать дальше, до команды нет даже доходить не будет, и с аппарата все удалится. Все самое интересное, важное, полезное с моего канала в плейлисте «Полезное». Попасть можно с главной страницы канала. А вы вступаете в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.